Укротители бурной воды. В эти минуты в поселке Лосево Ленинградской области проходит чемпионат России по рафтингу. Вплоть до 15 сентября на реке Воксе будут демонстрировать свое мастерство представители 33 команд из 14 регионов страны. От Иркутской области до Карелии. Каякеры и байдарочники будут соревноваться на лосевских порогах. Место выбрано недаром. Сейчас эта трасса является лучшей в Европе. Как показывает первый день, все очень эмоционально, все очень активно и... Лосево отличная площадка, уникальная здесь, очень много отдыхающих, очень много зрителей. Мы считаем, что эту территорию надо развивать, в том числе и спорт на бурной воде здесь имеет место быть, и в том числе крупнейшие российские старты. Преодолевать водные пороги в Лосево спортсменам предстоит еще 5 дней. Соревнования по рафтингу проходят в нескольких дисциплинах. К примеру, сегодня определятся лучшие в слаломе. Но первенство России – это не только борьба за медали. Сейчас лучшие рафтеры как среди мужчин, так и среди женщин показывают себя перед тренерами сборной страны. Уже через год нашей национальной команде предстоит поездка на чемпионат мира в Китай.